мы рождаемся с вами с криком, понимаете, с криком. Слава Богу! Понимаете? Если родимся и не закричим, вопрос, родились ли мы. Мир – неизбежное страдание. Страдание – это возможность как бы получить как бы опору, да, от чего-то оттолкнуться. Вы не будете ничего делать лучше, если все хорошо. Да? Поэтому боль – это на самом деле хороший движущий фактор. Понимаете, если вы сходили в спортзал, и после этого у вас ничего не болит, вы не ходили в спортзал. Вы дурака валяли. Боль – это хорошо. Ну, понятно, что как бы здесь не надо заигрываться с этим делом сильно. Но в целом, когда мы испытываем боль, это индикатор. Вообще боль-то зачем придумали? Что думаете, ее просто сидели и думаете, давайте сделаем людям боль? Нет, у этого есть важный эволюционный смысл. Если вам больно, значит, вы что-то делаете не так. Если вам душевно больно, вы что-то делаете не так. Если вы почувствовали боль, значит, надо как раз меняться. И тогда вы сами себе ответили на вопрос, как меняться без боли и жить с изменениями легко. Ощутите боль. Поймите, что это сигнал того, что что-то идет не так. И меняйтесь. И тогда все будет легко. Меняйтесь не потому, что вы поставили себе такую почему-то установку, а меняйтесь потому, что боль говорит вам, что у вас есть прекрасный шанс все переосмыслить и как-то начать действовать оригинально.